Чувашия и ее столица готовятся к одному из самых значимых праздников. В честь 55-летия полета в космос Андриана Николаева запланирована череда событий. И в течение всего года запланирована акция конкурс «Часы мужества», посвященная этому событию. Мероприятия, посвященные Международному дню авиации и космонавтики, пройдут во всех городских учреждениях образования, культуры и спорта. Во всех школах пройдет единый классный час, который охватит более 40 тысяч школьников с 1 по 8 класса включительно. Запланировано посещение музеев космонавтики в Шоршеле, туристические квесты «Мой Николаев» с посещением парка имени Николаева.